практически со слагательным наклонением. Было, были, чтобы было. Но это не так. Да. Оптатив это все-таки обозначает тут возможность, а возможность она вот иногда в будущем. Да. Да. Поэтому будет, да, бодрым будет. Будет счастье, да? Или, да, опять же, если мы перейдем, могло бы быть счастье, это будет не совсем верно, да? Это будет тогда, это является некондициональность, да? А именно, да, будет счастье. Кроме того, как я уже, кажется, не раз рассказывал в шлоках сиат, просто по моим наблюдениям, здесь можно было бы без всяких особых раздумий и сомнений переводить или понимать это как касты или бхакти. Да? Просто вот сиат это очень удобно, один тяжелый слог, гуру акшара, да, икам. Вместо бхакти три слога или асти два слога. Да? Хорошо. У хороших или добродетельных людей будет счастье. И вот как мы переводим абсолютный локатив? Ну, при том, либо когда, либо если. Да? В принципе, могло бы быть при том, что, ну, здесь контекст скорее указывает на то, что вот если будет, или когда будет сделано или совершено наказание людей недобродетельных. То есть, люди добродетельные будут счастливы, когда или если порочные будут наказаны. Или когда порочные бывают наказаны, то люди добродетельные обретают счастье. Анализ композитов. Асангу даманам, то есть асангу нам даманам. Совершенно однозначно, двития пуруша. Асадур на садху на нитат пуруша. Ну, последовательно. Да? Асангу нам даманам нарезаем, да, и двития, ой, двития, прошу прощения, шашки, конечно. Шашки, да. Генитив, с чем это у меня ассоциировалось? Ну, понятно, это не аккузатив, конечно, для да? Шашки это хорошо, да? Прошу прощения, надо исправить здесь. Не проглядел свежим взглядом. Да, шашки это хорошо, ну, кстати говоря, самый такой вот распространенный именно. Эти татпуруша, шашки татпуруша, я садху, то есть на садху, на татпуруша, отрицательно татпуруша. Следующий пример под номером 5. Свадхарма стхаванапала, садхарма стхаванапала.